Друзья, добрый вечер. Начинаем наш традиционный вечерний стрим. Я сейчас хочу убедиться, что у нас пошла трансляция на сайте ava.md. И прошу вас, особенно тех, кто смотрит нас через Facebook, поделиться видео в группах разных, потому что у нас мой личный аккаунт заблокирован. Это парадокс какой-то. Знаете, всяких уродов, которые там Путина рекламируют, у них все нормально. Вот, блин, а меня американский Facebook время от времени постоянно блокирует. Так вот, и поэтому, конечно, у нас немножко из этого есть проблема. Я прошу, чтобы вы подключались тоже активнее, помогали нам продвигать наш контент. Так, сейчас. Да, вот мы есть и на Facebook, мы есть на ava.md. Да, идет трансляция. И мы есть на Ютубе. Окей, все, друзья, поехали. Сейчас, пока говорил, отключился. Давайте начнем сначала с сводок, традиционно, потому что сейчас это, конечно, самые важные события. Все за этим наблюдают. 103-й день войны. И касается нас напрямую. Сегодня будет и про Молдову. Опять у нас в так называемом Приднестровье взрывы. Поговорим об этом и поговорим и о многих других важных вещах, которые произошли за эти прошедшие дни. Итак, давайте сводка Генштаба, вот, которая была опубликована буквально час назад. Ключевые данные из этой сводки. На северском направлении в Брянской области, в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, располагаются артиллерийские подразделения противника. На Харьковском направлении вооруженные силы России ведут оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений сил обороны к государственной границе и контроля на автодорогой Белгород-Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провели дистанционное минирование. На славянском направлении противник ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий. Украинские подразделения успешно отразили штурм на направлении населенного пункта Довгенькое. Основные усилия российские войска сосредотачивают на попытках установления полного контроля над Северодонецком и блокирования украинских войск в районе Лисичанска. Мы подробнее чуть дальше поговорим про Северодонецк, там интересные вещи происходили. Вооруженные силы Украины удерживают контроль в Северодонецком, бои продолжаются в восточной части города. Отразили штурм в направлении Новохтырки и Воронова. Противник усилил группировку войск силами в батальонно-тактических групп в запорожском направлении. На Южно-Бужском направлении вооруженные силы России сосредотачивают усилия на сдерживание занятых рубежей. Осуществляют подготовку к активизации боевых действий. Так. Вот уже мне пишет модератор. Нас приветствуют из Калифорнии, Финляндии, Запорожья, Германии, Латвии, Киев, Волынь, Кишинев, Красноград, Литва, Львов, Ницца. Спасибо, друзья, что вы с нами. Я всегда повторяю, что мне очень приятно, когда я вижу, какая у нас большая география, что у людей есть такой интерес к тому, что происходит. Потому что одно дело у нас в Молдове понятно, почему мы так внимательно наблюдаем, потому что ну, это вот прямо вот здесь, у соседей проблема. Как смотрят нас во всем мире и не теряют интерес, это, конечно, очень приятно. И сразу есть тут вопрос. Мариуполь, украинские полицейские перешли служить в ДНР. Как вы думаете, они будут судимы после осуждения Мариуполя? Конечно, если выживут или расстрел. Они же давали присягу Украине. Ну, я не знаю, какая будет, по какой статье их осудят, но для меня очевидно. Конечно, их осудят, потому что это измена родине. Как это, давал присягу Украине, а когда пришли оккупанты, они еще, знаете, я видел интервью с некоторыми из них, как бы, ну, мы же за порядок, мы же хотим помогать людям, поэтому мы пойдем помогать оккупантам. Возможно, также думали полицаи во время Второй мировой войны, которые приходили на службу к немцам. Мы за порядок, хотим, чтобы в селе был порядок. Но, конечно, это не меняет факта того, что они просто предали свой народ, и тут как бы нечего даже рассуждать. Также есть сообщение Генерального штаба. Украинские военные отбили наступление врага в направлениях Большой Камышевахи, Вернополья, Дубровного, Долины и Богородничего. Это заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузняк. Матузяник, прошу прощения.
И хочу вам процитировать из британской разведки. Они опубликовали сводку, которая посвящена именно тому, что происходит в Северодонецком. За последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в Северодонецке на востоке Украины, что, вероятно, свело на нет преимущества, которые российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи. Российские силы задействовали в этом районе, включая личный состав, мобилизованный из резерва самопровозглашенной ЛНР. Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает вооружения по сравнению с регулярными российскими частями. Использование прокси-пехоты, состоящей из собранных на месте сил для операций по зачистке города, это тактика, которую РФ применяла в Сирии, где использовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, понесенные регулярными российскими силами. И вот глава администрации Луганской области, украинской, сообщил, что ситуация в Луганской области остается стабильно тяжелой, при этом положение защитников города, Северодонецка имеется в виду, несколько ухудшилось. Далее цитата. «Бои проходят, можно сказать, динамично. Нашим защитникам удалось сделать контрнаступление. Они освободили почти половину города. Однако сейчас ситуация снова немного для нас ухудшилась». Это Гайдай. Цитирую. «Те позиции, которые были в промзоне, там постоянно ребята охраняют линию обороны. Там они и остались на промке. Намного больше обстрелов стало и по Северодонецку, и по Лисичанску. Разрушают все полностью». Он также говорит о том, что Северодонецк и Лисичанск не повторяют судьбу Мариуполя, потому что по ним, ну, Россия, вот, знаете, сконцентрировала на этом малюсеньком участке, два городка, маленькие городки, сконцентрировала всю мощь своей армии. То есть используют абсолютно все. И система эти огнемета ТОС, и самолеты, и ракеты, и грады. Короче, все тут они просто долбят. Ну, как было по Мариуполю. То Мариуполь, этот несчастный завод «Азовстали», помните, сколько недель они пытались его уничтожить, и пока защитники сами не сдались, просто потому что у них кончились патроны, до сих пор бы, наверное, там продолжались бои. Но Северодонецк не настолько отрезан, с ним все-таки есть худо-бедно, опасно, но есть сообщение, поэтому там как бы... Непонятно пока, есть ли смысл сдаваться или нет. Пару дней назад была мощная контратака украинских войск. Они вернули под контроль половину города, взяли пленных, там 8 человек. И сейчас они опять вернулись туда, в промышленную зону, завод «Азот». И вот они сейчас находятся там. Андрей, как вам фейк-шедевр? Я так задержался, потому что я пытался прочитать слово фейк-шедевр, но я справился. Андрей, как вам фейк-шедевр от Следственного комитета РФ о том, что 70% зданий разрушили ВСУ? Знаете, самое интересное, что реально люди в это верят. Вот в России и некоторые здесь наши, кто смотрит российские телевидение, когда им говорит, что вот Россия разрушает, они говорят, нет, говорят, это украинцы сами. Сами разрушили Мариуполь, сами разрушили Волноваху, сами стреляли по Харькову, сами постоянно это зачем-то уничтожают. Вместе со своими людьми, со своей армией, со всем. Вот, как бы, вот сейчас, видимо, сами украинцы уничтожают Северодонецк или Лисичанск. Они в это верят. Что будет с Асадом после выхода рашистов из Сирии? Я думаю, что ничего хорошего его не ждет, потому что и Турция, и Израиль решили... менять ситуацию в Сирии и, наконец-то, до Асада доберутся. И я считаю, это хорошая новость, потому что я считаю Асада военным преступником, который выдержал, его режим устоял только благодаря Путину. Потому что вот когда Путин ввел войска, Асад устоял. Потому что был момент, когда Асад контролировал только свой дворец. Вся Сирия была, да, там как бы было, знаете, такое лоскутное одеяло. Здесь демократическая сирийская оппозиция, здесь ИГИЛ, здесь какие-то эти вот турецкие, здесь курды, здесь еще кто-то. То есть вот такой вот коктейль. Но залез Путин, всех придавил, и опять Асад взял все под контроль. Я считаю, что им пора... с ним покончить, потому что это как бы не есть хороший вариант. Я здесь общался у нас в Молдове с сирийскими беженцами. Конечно, они его не любят. Это не тот президент, о котором мечтают люди. Это тот же самый Путин. То есть человек, который держится исключительно за счет силы. То есть если бы там прошли хотя бы одни нормальные выборы, конечно бы у него шансов было просто ноль. Возвращаемся в Северодонецк.
Сегодня там фото номер один. Сегодня там побывал прямо в городе Кирилл Буданов. Это глава Главного управления разведки Украины. Генерал проинспектировал работу подразделения Главного управления разведки. Он на этом фото справа. И ознакомился с оперативной обстановкой и определил дальнейшие действия подразделений. Ну, вот новость, которая говорит о том, что ну, город точно не взят, потому что если бы он был, как Кадыров уже раз пять сообщал о том, что Северодонецк взят, то главный разведчик бы не поехал туда. Конечно, это было бы абсолютно исключено. Но вот он приехал, чтобы на месте составить картину лучше, как понять ситуацию, что там происходит. Но не только генерал Буданов там был, там побывал и Зеленский. Вот это вообще, ну, он не в Северодонецком был, он в Лисичанске, который как бы за речкой, который тоже обстреливается очень интенсивно российскими силами, но как бы туда даже не заходили российские войска. Вот Зеленский побывал фактически на передовой, он сделал такой тур, он побывал на Донбассе и побывал в Запорожье. Кое-что привезли военным, говорит Зеленский, об этом подробно не буду, а кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность привезли и силу. Я желаю им здоровья, их родителям поклон, всем нам победы. В Запорожье он пообщался с беженцами, которые переселенцы, которые выехали в основном из Мариуполя. Они почти все шли через Запорожье, кто-то остался, кто-то поехал дальше. И в Донбассе президент Украины встретился с военными на передовых позициях в Лисичанске и Солидаре. Эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Мик Райан прокомментировал этот визит Зеленского на фронт, и он написал о том, зачем это было сделано. Во-первых, таким образом Зеленский может лично узнать о том, что происходит на фронте, потому что это очень важно. Всегда, понимаете, когда через какую-то цепочку людей до вас доходит информация, они могут либо сглаживать, либо наоборот сгущать краски. Ну, это, короче, искажение в ту или иную сторону может произойти. Тут ты лично общаешься с людьми на передовой, ты узнаешь все подробности, что происходит, чего не хватает, как действуют те службы, которые обеспечивают поставки, как приходит оружие, какого оружия не хватает, что просить у партнеров. Это, конечно, чрезвычайно важным. И, ну, и в том числе, чтобы понять лично президенту, главнокомандующему, какое состояние военного духа ВСУ. То есть, что ему скажут солдаты? Они готовы сражаться? Или они хотят сдаваться? Или какая ситуация? Вот он приехал, чтобы все это лично от них услышать. Плюс также дальше вот этого Американского института стратегических исследований говорят, что это одна из важнейших функций лидера дать почувствовать людям, что он с ними, что их война имеет смысл, что они не воюют за какого-то чувака, который сидит там в тысячи километров в бункере и даже не думает выдвинуться на передовую. Нет, президент с ними, он понимает, что они делают, он понимает, какую жертву они приносят. То есть это тоже очень важно. Также американские эксперты говорят о том, что своим визитом Зеленский показал, насколько он верит в украинскую армию, что, ну, я не думаю, что Путин бы мог приехать в войска, потому что его могли бы просто пристрелить там свои, потому что понимают, что все эти смерти, гибель их друзей, это все из-за него. Зеленский верит армии, и армия верит ему, и он поэтому приехал на передовую. Сколько бы у него не было охраны, но вооруженных сил там больше. Если бы они были против него, они бы могли сделать что-то плохое. Но он им верит, и он приехал туда прямо на передовую. Ну и кроме того, этим визитом, вот как это я повторяю, это все цитирую вам американских экспертов, этим визитом Зеленский подчеркнул, насколько он разный с Путиным. Далее цитата. «Я почти уверен, что Путин в ближайшем будущем не примет приглашение посетить российские войска в Украине, плохо накормленные и под плохим руководством, хотя у них есть оружие». Но Зеленский это сделал, то есть это не дед, который сидит, прячется в бункере, это человек, который со своей армией. Собственно, знаете, вот к Зеленскому очень многие поменяли отношения, в том числе и я, потому что я был так к нему, знаете, скептически настроен. Но сейчас в Украине он действительно он национальный лидер, он не сбежал во время войны, хотя ему предлагали, хотя его уверяли со стопроцентной гарантией иностранной спецслужбы, что Киев не выстоит, что Киев будет взят, притом за 48 часов. И ему предлагали эвакуироваться, он сказал, что он останется до конца. Это поступок мужчины, поступок лидера, поступок президента. И да, после этого к нему отношение очень многих изменилось, его зауважали. И вот сейчас он опять показал, что не зря, что он с солдатами, он выехал туда, где происходит стрельба, где происходит очень много важных событий. Так, друзья, по поводу Приднестровья.
В так называемой Приднестровской Молдавской Республике снова сообщили о том, что произошла новая диверсия. Далее цитата приднестровских СМИ. В 5 часов утра на территории автопарка резервного подразделения миротворцев дрон сбросил два взрывных устройства. Предположительно, это гранаты РГД-5. Пострадавших и разрушений нет. Ну, у них теракты все очень интересные. Что бы ни происходило, нет ни пострадавших, нет разрушений. Единственный раз упали какие-то антенны, которым 100 лет, там, или которые, в общем-то, не работали. Толка от них не было. Даже при выстреле по фасаду МГБ, местного КГБ, тоже никто абсолютно не пострадал. Хотя 3 раза выстрелили из гранатометов, но тем не менее ничего не случилось. Вот и сейчас граната упала, но ничего не произошло. Знаете, на самом деле надо понимать, почему это... Мы много раз с вами об этом говорили. Это связано с тем, что они не оставляют надежды, что русским удастся высадиться в Одессе, потому что там вокруг острова Змеиного постоянно происходит какая-то возня, они притащили туда системы ПВО более-менее современные, я имею в виду русских. И вот, видимо, в Приднестровье та часть, которая работает на Москву, она надеется, что высадка в Одессе случится, и тогда они смогут двинуться. Но им нужен какой-то повод для того, чтобы в том числе попытаться для местного населения объяснить, зачем мы влазим в войну. То есть, как бы, ну, люди как бы не хотят, они говорят, нахрена нам это надо? Вот мы как бы живем бедно, но хотя бы мирно, нас хотя бы не убивают. А вот вам, смотрите, что творится. Вот это украинцы, они бросили на вас гранату, давайте срочно все в бой. И вот именно для этого они делают эти провокации, для того, чтобы склонить общественное мнение к тому, что это необходимо, что Путин идет нас спасать, потому что смотрите, какие ужасы творятся. Стреляют по зданиям из гранатометов, какие-то дроны сбрасывают, какие-то гранаты. То есть это все, конечно же, провокации местных спецслужб именно той части, которая работает на Москву, потому что та часть, которая работает на местной власти, им это совершенно не надо... Их первым бросят на передовую, как в Донецке. Поэтому им это не нужно, и они этого не хотят. Но, тем не менее, вот провокации продолжаются. Привет из Лондона. Нас тут много смотрят вас. Вот в данный момент молдаване, русские, литовцы, белорусы. Вот жаль, что фоток вам в чат нельзя скидывать. Так бы показали бы. Вы просто супер. Спасибо, друзья. Очень приятно. И... Фотки скиньте в этот, в личное сообщение, я потом с удовольствием посмотрю. Салут, Андрей, Кентви, Луа, интервью, дело Арестович. Слушайте, ну тяжело, Арестович звезда, как до него добраться? Пытаемся, может быть, удастся. Тем более, я, знаете, думаю, вот сейчас на самом деле там обсуждать с Арестовичем нечего. А вот я думаю, что где-то в июле будут темы, будет что обсудить, когда должно начаться знаменитое, много раз анонсированное большое контрнаступление ВСУ, вот тогда будем уже более активно добиваться и Арестовича, и Жданова, и других военных экспертов. Ну и у нас на канале уже были военные эксперты, с которыми мы тоже поддерживаем контакт и будем с ними дальше общаться. Информация к размышлению. В Камрате человека пырнули ножом малознакомый гражданин за высказывание о вине Путина в трагедии в Украине. В полиции виновник заявил, что ударил ножом за Путина. Что скажете гагаузам? Ну, я все равно не стал бы обобщать, что все гагаузы такие. Ну, да, как бы, знаете, войны и такие ситуации, они провоцируют то, что люди, которые они были чуть-чуть поехавшие, они становятся полностью, то есть там кукуха уезжает полностью. Это, знаете, вот именно такие вот ситуации, когда война или когда какие-то кризисы тяжелые в обществе, вот это все обостряется, конечно, да. Ну, хотелось бы пожелать вот тем всем, которые с ножами бегают и мечтают кого-то зарезать за Путина, идите на фронт. У вас будет прекрасная возможность стать удобрением. Ну, до какого-то момента вы сможете бегать там с ножом и пытаться кого-то зарезать, пока вас не утилизируют. Так, вот, кстати, по поводу утилизации. Минус один генерал подтвержден, это уже официально 4-й подтвержденный, но Украина утверждает, что их уже там 8 или 9 штук утилизированы, российских генералов. Сегодня сообщили, что источник... Ну, короче, смотрите, какая ситуация, я не буду вам читать. По сообщению официальных российских властей говорится о том, что они ехали там, генерал поднял солдат в атаку, что типа, знаете, как боевой дух поднять, вот сам там с маузером впереди бежал и его убили. Ну, это как по версии, которую разгоняют там донбасские паблики. На самом деле они ехали на 2 тиграх и БТРе, а также, что интересно, с ним была станция спутниковой связи Андромеда. И, короче, вот все это...
вся эта веселая компашка попала в засаду на трассе Артемовск-Лисичанск. То есть ни в какую эпическую атаку, знаете, с красным флагом в одной руке и с маузером в другой он не бежал, а за ними солдаты с ППШ. Нет, то есть он просто ехал на этих «Тиграх», БТРах и с этой спутниковой связью попали в засаду на трассе Артемовск-Лисичанск и его там убили. Это генерал Роман Кутузов. И что мы о нем знаем? Знаем, что он руководил ранее несколькими большими подразделениями. В частности, в 2019 году он был упомянут на сайте Минобороны России как временно исполняющий обязанности командующего 29-й общевойсковой армией. То есть это войсковой генерал. А в 2017 году 5-й армией командовал. Ну вот все, он докомандовался. Теперь он уже 200-й, генерал 200-й. И теперь его больше нет. Повторяю, что это не первый генерал, который уничтожен на этих фронтах. Ну, знаете, как американские аналитики и другие говорят о том, что это само по себе очень странно. Так много генералов за такой короткий период не могут гибнуть. Это говорит, мы с вами разбирали, это, но для тех, кто смотрит нас или ту передачу пропустил, это говорит о том, что у них большая проблема среднего звена. То есть, когда генерал должен регулярно находиться на линии соприкосновения и лично отдавать приказы, это говорит, что система среднего звена не работает или ее просто нет. То есть, ну вот я вам приводил пример, что украинский генерал Буданов, он приехал с инспекцией на фронт, но это один раз за все время. А их генералы там шляются вдоль линии фронта постоянно, и поэтому их постоянно уничтожают. И это говорит о большой логистической проблеме внутри армии, именно как приказы продвигаются от командования до солдат. То есть, значит, там не хватает среднего звена и низшего звена офицеров, и поэтому генерал должен там лично лазить и показывать там, ты иди сюда, ты иди туда, здесь наступаем, здесь отступаем. То есть, ну, абсолютно ненормальная ситуация, говорит о том, что армия неправильно построена. И чему тут удивляться, когда у них сейчас высшее руководство армии — это все МЧСники, которые не понимают вообще, что такое армия. Это я имею в виду Шойгу и вся его компания. Они не военные, и Шойгу в армии вообще даже не служил. Он настолько не военный. Да, его обвешивали, он весь в медальках, но это медальки, там у него медалька там 200-летия какому-то городу, потом там 100-летия МЧС, там еще чего-то, короче, это просто побрякушки. Он не имеет никакого понятия, что такое армия. Он такую же создал вертикаль. Вот поэтому боевые генералы должны бегать там по фронту и показывать, куда и чего делать. Так, друзья, едем дальше. Секундочку, по-моему, там было сообщение. Да. Пишет, что он жив, это про Кутузова. Ну, пусть покажут его живого, и тогда скажем, что он жив, нет проблем. Но дело в том, что соболезнования, то есть откуда, почему я так уверенно говорю, по всем этим вот российским СМИ прошли соболезнования. Поэтому да, покажите его живого. Может быть, да, может быть, он также жив, как Кадыров каждый день берет города. Вполне может быть. Так, друзья, едем дальше. Национальная полиция Украины опубликовала сегодня видео обстрела города Дружковка в Донецкой области. То есть, что там, как это все выглядит. Давайте посмотрим это наше видео. Какова ситуация в Донецкой области, та часть, которая контролируется Украиной. Первое видео. Поехали вся улица. Дома разрушены. Пишет наш зритель, смотрю вас из США, Нью-Джерси. Спасибо вам за то, что вы делаете, что помогаете дезомбировать русскоязычное население. Хотя это очень непросто. Да, это факт. Мы это в Молдове очень хорошо знаем. Но знаете, как вот если человек русскоязычный, значит, что? Где он берет информацию? Он берет их в
СМИ, которые работают на Москву. А у нас таких СМИ, ну, практически на русском языке абсолютное большинство. Поэтому, да, это такая есть проблема. И, ну, мы стараемся как-то вот хотя бы свою какую-то нишу заполнять нормальной, адекватной информацией, которая показывает, что там происходит на самом деле. А не вот это вот соловьиный помет бесконечный, который вкладывают в головы тем, кто смотрит российские федеральные каналы. Кстати, в Латвии сегодня запретили полностью российское телевидение. Молдова, как, знаете, как говорят, и передаю челлендж теперь Молдове. Вот я жду, чтобы Латвия сказала, мы передаем этот челлендж Молдове. Молдова, ваше слово. И Молдова потом выйдет такая, мы запретили все российские телеканалы и передаем челлендж там, не знаю, куда-нибудь дальше. Беларуси, Лукашенко. Так, Кадыров, Рамзан Кадырович, Ахмед, Рамзан Ахметович Кадыров. Он объявил ДОН, настоящую ДОН, спецоперацию ДОН. Вот раньше это было не настоящее, а теперь будет настоящее. Вы увидите, какая она настоящая ДОН. Да, очень страшно ДОН. Второе наше видео. На днях вы увидите настоящую ДОН, спецоперацию, которая ДОН, видно будет, как эти шайтаны бегут не только с ДОН, с этих городов, но и с Украины ДОН. Так что мы готовимся, и мы будем радовать настоящих патриотов России, а враги пусть сдохнут ДОН. ДОН. Вот ДОН, но... Он, помните, он брал Киев много раз, и даже когда уже объявили о том, что российские войска бегут из-под Киева, он продолжал говорить, что через 3 дня Киев возьмем. Потом он Мариуполь брал где-то, ну, подсчитали журналисты, по-моему, 28 или 29 раз с первых дней войны он выходил и сообщал, что Мариуполь уже взят, под контролем, все, его там кадыровцы, они все контролируют, все четко, нормально, красиво, ДОН. И вот сейчас он опять говорит, что вот сейчас, вот... Это все было не то. Вот сейчас все. Начнем спецоперацию ДОН. Вообще вы все просто будете в шоке. Какая это будет спецоперация? Ну, это знаете, когда тебе 40 лет, а ты себя ведешь как 7-летний мальчик. А может быть, даже это не тяжело. Может так легче жить. Не знаю. Так, и по поводу Донецка. Вот сейчас я хочу вам разобрать одну ситуацию. Сейчас, секундочку, есть еще сообщение. Путлер теперь писает по стенкам от того, что послы африканских стран умоляют послать им хлебушка. Это ж так приятно, когда в колени кланяются. Ну да, это и есть его тактика. Мы много раз разбирались с вами о том, что продовольственный кризис, который они создали, оно как раз для того и создалось, чтобы шантажировать. Это методика, понимаете? Путин по своему менталитету, он ФСБшник. А ФСБ, оно так и работает, через шантаж. У нас есть компромат. У тебя есть что-то, что нам нужно. Мы предлагаем, вот тебе компромат на тебя, или какой-то другой шантаж, или мы создадим проблемы тебе, или твоим родственникам, или еще кому-то. Ты должен делать то, что нам надо. И вот через это он всю свою политику строит. У него другой методики в принципе не существует. Давайте разберем, друзья, то, что происходило в Донецке. Дело в том, что за последние несколько дней Донецк, оккупированный с 2014 года, он подвергся просто самому интенсивному за все эти 8 лет. Где вы были 8 лет? Подвергся самым интенсивным обстрелам. Один из них, маленький этот кусочек видео я вам покажу, хотя на самом деле там 3 дня он обстреливается очень жестко. И потом мы поговорим с вами, что это все значит. Третье видео. Предположительно, попадание по больнице АЦКБ. НВХ сейчас называется. Сильные пожары идут. Так вот, друзья, эти обстрелы, они начались там интенсивно очень в Донецке, стреляют по центру города, при том, что люди говорят на этих видео о том, что сюда не прилетали снаряды вообще никогда. За все эти 8 лет, которые... 8 лет, где вы были? 8 лет вот сейчас началось, когда Донецк решили спасти, начались обстрелы прямо внутри города. Интересный момент, что в донецких пабликах, в местных там чатах, телеграм-каналах начали обсуждать один очень странный момент. Почему, они говорят, мы слышим выстрел из этой гаубицы или из чего, и через пару секунд прилетает прямо по центру города. Как такое может быть, если украинские войска находятся, ну, минимум где-то в 20 километрах, где-то в районе Авдеевки, там, 17 километров? Такого не может быть. И это значит, что стреляют откуда-то из окраин самого города, где нет украинских войск. И даже они сами, жители Донецка, начали приходить к выводу, что это делают местные.
И почему вот возникает здесь абсолютно как бы логичный вопрос, для чего это делается? Это делается для того, что там идет полнейший провал мобилизации. Они ловят уже людей везде, где только вот просто ездят машины, знаете, как охотники по улицам, видят любого мужика, тут же хватают его и отправляют на фронт. И эти потом там они собираются в бригады, я вам показывал много этих видео, где они и к Путину обращаются, и просто жалуются, что не хотят воевать, не понимают, за что они воюют. То есть у них нет мотивации, они не понимают, нахрена им эта война нужна. И вот для этого делается. По Донецку долбят сейчас сами россияне, русская армия, для того, чтобы сказать, это по вам стреляют украинцы, если вы не пойдете сейчас все вместе на фронт защищать свой город, значит, вас просто уничтожат. То есть таким вот простым методом методика Путина, взрывы домов в Волгодонске, помните, 15-20 лет назад, когда это было, потом попытка взрыва в Рязани, где не получилось, где там был этот рязанский сахар, известная история, можете поискать, погуглить, кто не знает, о чем это идет речь. Взрывы на Кашерском шоссе в Москве, то есть это методика Путина. Нужна была война в Чечне, но не было объяснения как. Вот, пожалуйста, по всей России начали взрываться дома, которые делала ФСБ, о чем уже многократно было доказано многими журналистскими расследованиями, то есть которые пошагово разбирали эти ситуации и находили все следы. Сейчас делается абсолютно та же самая методичка. То есть они делают обстрел центра Донецка для того, чтобы мобилизовать местных жителей на защиту своего города от таких страшных украинцев, которые обстреливают центр Донецка. Хотя здесь элементарно можно себе задать вопрос, а зачем Украине это нужно было бы, если бы это делала Украина? Зачем им тратить свои снаряды на обстрел центра Донецка, когда есть проблема скопления российских войск под Северодонецком, скопление там под Изюмом, то есть там, куда надо бить? Какой смысл бить в центр Донецка, что это как бы с военной точки зрения не дает абсолютно никакой выгоды? А вот россиянам, как древнеримское правило, ищи, кому выгодно. Очень выгодно, потому что через это они смогут заставить местных мобилизоваться, как-то промотивировать их. Типа, или мобилизуйтесь, или вы просто умрете, потому что ваш город разбомбят украинцы. Вот такая вот простая методика. По поводу поставок оружия. Сейчас, секундочку. Пишут, много ли доновцев в Северодонецке полегло. Насколько я знаю, много, потому что как раз эти кадыровцы, они в Росгвардии. И как раз Росгвардия принимала самое активное участие в штурме Северодонецка и сообщают о том, что как раз самые большие потери у них там. Тем более, это, знаете, это, ну, опять-таки, это говорит об идиотизме командования российского, потому что Росгвардия — это не вооружен, как, это не армия, это менты, которые вот они умеют избивать протестующих, они умеют пытать оппозиционеров, они умеют там бабушек разгонять. Это они умеют. Но воевать на фронте они не умеют, потому что это вообще нонсенс такое, только Россия делает, когда ментов посылают воевать. Воевать должны те, кто именно специалисты по войне. Как бы это вообще разные вещи. Армия и полиция. У полиции свои функции, свое предназначение. Она не предназначена для войны, тем более с применением тяжелого вооружения. Но их туда послали, их там очень много положили, поэтому, может быть, у Кадырова сейчас вот это он типа мстит. Сейчас мы начнем, так вот, бойтесь. Как бы, поможет ли это как-то, что испугаются? Кто испугается? Кого испугается? Ну, вот ему хотелось всех страшно напугать. Сегодня издание испанское «El País» заявило о том, что Испания готовится поставить Украине танки и ЗРК. Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты, пишет газета «El País» со ссылкой на источники в кабинете. Речь идет о батарее зенитных ракет «Шорат Аспид», согласование поставок которых уже завершается, а также о танках «Леопард 2А4». То есть, похоже, знаете, уже не остается стран, которые бы не поставили Украине какое-то вооружение. И, кстати, знаете, многие спрашивают, а где танки-то? Танки, где вы поставили много танков, Польша поставила очень много танков, почему мы не видим их на передовой? Ну, какой-то небольшой процент, да, появился, но где все остальные? Я думаю, что их берегут для того момента, когда начнется контрнаступление, потому что танк — это оружие наступления, танками не защищаются. Поэтому их держат где-то в тылу, пока какой смысл их держать на передовой, чтобы они попадали под удары. То есть мы это все увидим чуть попозже, когда начнется большое контрнаступление, которое анонсируют на июль или даже начало августа. Посмотрим. Так,
Путин вчера всех удивил. Он прокомментировал решение США направить в Украину новое вооружение. Ну, идет речь про эти системы залпового огня, «Хаймерс». Он сказал, мы их щелкаем, как орешки. Уничтожены десятки. Ну, знаете, вот мне самое интересное, вот он когда это говорит, он сам вообще верит в... То есть вот я реально хочу понять, он, говоря вот это, что мы щелкаем это западное оружие, вот нам вообще пофиг, мы все легко... Он думает, что так и есть? Или это просто вот он решил как бы подыграть пропаганде, типа мы такие бесстрашные, мы смелые? Почему это очень актуальный вопрос? Знаете историю Салазара, португальского диктатора? Вот с ним была очень интересная штука. Я вам процитирую отрывок статьи про него. «Летом 1968 года Салазар, качаясь в кресле, неудачно упал и сильно ударился головой. Он же был в возрасте тогда. Обширное кровоизлияние в мозг не оставило ему шансов. Еще месяц, находясь в больнице, он оставался главой государства. Однако впоследствии было решено назначить нового премьер-министра». Короче, вот он стукнулся башкой. Месяц лежал в больнице, еще реально правил страной, ну, официально. После этого его сподвижники решили, так, ну, короче, чувак стукнутый, он как бы уже не понимает нормальные вещи, заменим его. И тогда было принято решение назначить нового премьер-министра, им стал либеральный профессор Марселио Каэтану, но сподвижники Салазара не стали расстраивать чокнутого деда. И до самой смерти, то есть он прожил после этого еще какое-то, там, не помню сколько лет, он не знал, что он больше не управляет Португалией. Врачей и медсестер предупредили, чтобы они ничего ему не говорили о реальном положении дел в стране. Ежедневно Салазар проводил совещания кабинетов министров. То есть люди ему подыгрывали, вот сидели за столом, он что-то им там рассказывал, они записывали, поддакивали ему. Подчиненные приносили ему документы, которые он подписывал, он раздавал поручения. Для 79-летнего Салазара печатали в единственном экземпляре газету. Вот ему приносили газету, он думал, что это ситуация в стране, то есть он смотрел эту газету, в ней не было новостей, которые могли бы его опечалить. Так, например, Салазару, который не любил США, решили не рассказывать, что американские астронавты высадились на Луне. В этой газете об этом не было. В 1970 году португальский диктатор скончался. До последней минуты своей жизни он не знал, что он больше не премьер-министр страны. Вот я хочу понять, Путин, когда вот что-то он говорит, ему доносят состояние, как вот на самом деле. Он понимает, что ну, не все так, как ему хочется. И мне интересно, как они это делают, вот, ну как они ему объясняют. Да, допустим, они ему каждый день рассказывают, что мы наступаем, вот сегодня продвинулись на 500 километров, захватили 700 населенных пунктов, все отлично. Но, например, когда он задает вопрос, а что там с Киевом? Ну вот Киев пока нет. Как они обходят эти моменты? Как они ему объясняют, что, например, почему они 3 месяца не могли взять Мариуполь? Хотя, наверное, если Кадыров говорит все эти 3 месяца, что они его взяли, наверное, Путин в это верит. Сейчас, наверное, он верит, что Северодонецк тоже взят. Как они умудряются деда вот так вот водить за нос, это на самом деле очень интересный момент. Возможно, ему тоже выпускают газету в единственном экземпляре, потому что интернетом он не пользуется, и об этом достоверно известно. Но в российских новостях там все отлично, все прекрасно, как бы. Поэтому, да, вполне возможно, что он реально верит в то, что они как орешки щелкают, и вот не понимает, что, в общем-то, его орешки в большой угрозе на самом деле. Но он думает по-другому. Также Владимир Путин предупредил Запад, что Россия нанесет новые удары по новым целям, если США начнут поставлять Украине ракеты большой дальности. Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на интервью российского президента. Но здесь, знаете, вот мне интересно. Он говорит, что если США поставят это оружие, мы нанесем удары по новым целям. США поставят это оружие, уже 4 этих системы на подходе. Там они, возможно, в Украине или в Польше, но уже на них тренируются украинские военные. То есть, значит, они нанесут удары России по новым целям. Вот я пытаюсь понять, что он имел в виду, по каким новым целям. По больницам они уже стреляли, по школам уже стреляли, по роддому уже стреляли, по детским садам уже стреляли. Чего не было. Некоторые говорят, может быть, он имеет в виду атомные электростанции. Уже стреляли, потому что, когда помните, когда они штурмовали Запорожскую атомную электростанцию, которая расположена в Энергодаре, они стреляли из артиллерии или из танков по административному зданию. Они не знали, где там реактор, не реактор, они просто стреляли, повезло, они не попали в реактор. Они попали в административное здание, там начался пожар.
То есть, куда они еще не стреляли? Что осталось такого, куда еще не стреляла Россия? Некоторые говорят, что, может быть, они будут стрелять по административным зданиям в Киеве. Что это даст? В этих зданиях, конечно же, никто не сидит, потому что с первого дня войны понимали, что это вероятная цель. Это прибавит только то, что перед всем миром, потому что эти административные здания в Киеве — это очень красивые, старинные, исторические здания. И если, конечно, Путин по ним будет стрелять, он просто, ну, в очередной раз выставит Россию каким-то варваром, дикарем. Это ничего абсолютно не даст. Что он имеет в виду? Вот это просто какая-то загадка. Так, три сообщения сейчас. Говорят, 12 июня будет большая акция в Рашке. Что слышно об этом? Ну, не 12 июня, по-моему, это день какой-то, день России или еще что-то. Наверное, что-то устроят. Там будут бегать с этими своими Z-свастиками, там, с этими с георгиевскими ленточками, зиговать, танцевать, прыгать. Как, ну, наверное, какой-то вариант на тему победобесия. Хрен их знает, что они там будут устраивать. А Германия отказывается давать танки. С Германией, знаете, все очень, очень непонятно, что там происходит. Они как бы на словах не отказываются. Но вчера было, вы, видимо, ссылаетесь, Шпигель, по-моему, написали интервью о том, что, не интервью, а статью аналитическую, о том, что Германия как бы соглашаясь, но в реальности не дает тяжелое оружие. Но это как бы, это журналисты. Опять-таки, эта статья может быть, наоборот, специально для того, чтобы подстегнуть в очередной раз, потому что там, знаете, назревает очень большой скандал. Там журналисты копают насчет того, что руководство Германии может иметь через определенных людей и указывают имена этих людей к путинскому режиму. То есть очень большой скандал. Сейчас, конечно, если канцлер не продемонстрирует то, что он поставляет серьезное оружие Украине, он фактически подтвердит, что у Путина на него есть какой-то компромат. И это его просто похоронит политически, конечно же. Испанцы хотят помочь Украине с техникой, но почему-то ждут ответа от Германии. Блин, все так сложно, нудно. Ну, так устроена мировая безопасность. Для того, если вы поставляете оружие, которое произведено в другой стране, вам надо получить разрешение от той страны. Ну, я думаю, на самом деле с этим большой проблем не будет. Сегодня Лавров жаловался, грустная лошадка путинская, говорит, НАТО прямо и грубо заявило Москве, что расширение альянса и возможное вхождение в его состав Украины не является делом России. Вот возмутился Лавров. Но это реально, друзья, это очень смешно, потому что как они вообще еще не поняли, что их, в общем-то, все послали в мире. В принципе. Поэтому он с таким удивлением-то, НАТО нам так грубо ответило, говорит, что наше расширение альянса — это не дело России. То есть, казалось бы, это, я часто этот анекдот вам приводил, что был в советское время такой анекдот, что советский анекдот, американцы вмешиваются во внутренние дела СССР во всем мире. Внутренние дела СССР во всем мире. Вот сейчас такая же происходит фигня, то есть Лавров возмущается, что НАТО считает, что оно имеет право расширяться без разрешения России. Как такое вообще может быть? Это же внутренние дела России. Расширение НАТО где-то там вне России. И он очень, очень недоволен. В то же время на российских телеканалах... Секундочку. Андрей, что-то не видать американской техники. Не видать, потому что украинская армия проходит обучение. Система этих залпового огня уже они есть, и на них уже тренируются украинские солдаты, все нормально. А гаубицы, три семерки, они уже на фронтах, и уже полно видео, и я показывал эти видео еще неделю назад, потому что они уже работают. Все нормально, техника есть. Так вот, на российских телеканалах продолжают нагнетать истерию ядерной войны. То есть уже вообще у меня даже нету вот столько сомнений, что это целенаправленный заказ. Идея в чем заключается, что или вы нам дадите победить, или мы уничтожим всю землю. То есть такой примитивный, тупой шантаж, который он многие годы работал. Запад очень боялся такого шантажа. Ну, сейчас, поскольку поставляют оружие, это говорит о том, что этот шантаж перестал работать, но тему они продолжают разгонять, и все более и более, знаете, как интенсивно, хотя они сами уже смеются в студии. Они сами, ну, это, знаете, наверное, такое, как это сигнал, вот они говорят эту всю фигню, и, ну, чтобы, типа, я не идиот. Я это говорю, потому что вот тут у нас Владимир Владимирович попросил сказать. Поэтому они все друг другу улыбаются, подмигивают, хихикают, но тем не менее продолжают, как бы ежики как там, давились, кололись, но продолжали есть кактус. Вот давайте посмотрим в нашем четвертом видео, как это выглядело. Вообще, конечно, если на самом деле не гибли люди, то такой комедии масок не было, по-моему, давно.
Но вот это все бы ничего, кроме того, что на самом деле мы катимся к такому ужесточению. Мы катимся к таким реально кровавым страницам мировой истории, что все те, которые говорят, мы считаем для себя, теперь нет никакого ограничительного, который был в договоренности между, там, в пакте России и НАТО, мы сейчас поставим, что хотим, куда хотим. Ну, попробуйте. Попробуйте. Нам бы вот этот пережить. Если все будет развиваться так, как развивается, то где-нибудь на Байкале останется пара мутантов и все. Все остальное будет уничтожено в мощном ядерном ударе. А к этому все идет. Притом уже не в зависимости от желаний какой-то из сторон. Жахнем, и ничего не будет. Я сейчас к жахнем вернусь. Да, мы должны быть счастливы. Правда, молодежи к этому отношению счастье несколько иное. Мы дождались. Это и есть наш последний и решающий бой. Я не вижу здесь никаких поводов для радости, но я не вижу никакого другого выхода. Ну, повторяю, это они продолжают свою эту методичку о том, что если вы допустите, что Россия проиграет, то тогда мира не будет. На самом деле, знаете, как вот вероятность того, что это произойдет, ну, как любая вероятность, она имеет какие-то процентажи. Может быть, произойдет, а может быть, не произойдет. Но вот что точно произойдет, это то, что если они победят, то мира в Европе не будет. Потому что, я это говорил миллион раз, они не будут останавливаться. Они сами это не стесняются. Они много раз говорили, что мы пойдем дальше, нам Польша, Прибалтика, Молдова. То есть мира не будет. Тогда зачем нам такой не мир, если в нем есть Россия? Я поэтому считаю, что вообще не надо бояться. Жахнут, хрен с ней, вот жахните, наконец-то. Просто я, знаете, вижу эти сытые рожи, которые получают миллионы долларов вот за то говно, которое они льют в головы русскому народу с экранов телевидения. И я что-то не очень верю, что они готовы сгореть в ядерном пепле. Вместе с этим, понимаете, тоже надо понимать психотип Путина. Вот все считают, что он такой маньяк, что он уничтожит всю планету. Если бы он был такой маньяк, то он бы не сидел за этими километровыми столами, боясь заразиться от других людей коронавирусом. Если ты маньяк-самоубийца, чего тебе бояться? Обними ты этого Макрона, вместе умрите от коронавируса. Но нет, он боится. Он держится на расстоянии, он лечится. Он ходит вот на таких вот подошвах. То есть он хочет казаться высоким, ему не хочется быть маленьким. Такие люди не бывают самоубийцы. Самоубийцы — это вообще другой психотип человека, вот смертник, который. Он не делает себе там маникюрчик с ноготочками, он не ходит там на всякие процедуры, не купается в крови оленей в надежде выжить. Нет, это вообще другая история. Поэтому пусть эти маньяки пугают друг друга. Другим людям этого бояться не надо. Ничего такого страшного не должно произойти. Какой-то процент мы оставляем для этого на всякий случай, но не думаю. Так, друзья, мы едем дальше. Сейчас, секундочку. Есть еще ваши сообщения. Есть ли какая-либо инфо, насколько в России знают правду об Украине? Я думаю, что почти не знают. То есть знают очень маленький процент тех людей, которые, вот, допустим, смотрят нас. Вот кому вы отсылаете это видео, они посмотрели, они могут увидеть альтернативу. Местные СМИ там зомбируют 100%, Facebook у них заблокирован, YouTube с перебоями. Короче, ну, а про телевизор я вообще не говорю. Так, секундочку, друзья. Что у нас есть еще? Это я ответил. Андрей, а что-то по поводу какого-то референдума в Великобритании? Не грозит ли Борису Джонсону уход с поста? Да, это буквально сейчас происходит процедура, там через пару дней будет слушание. Поэтому это скандал, то, что когда были эти коронавирусные ограничения, он там устроил какую-то вечеринку, где люди все собрались в одном помещении без масок, и вот это попали эти видео куда-то в интернет, и да, его могут снять, такая вероятность есть. Но опять-таки пугаться не надо, потому что процесс все равно идет, Британия на стороне Украины, и даже если что-то произойдет там с отставкой Джонсона, я не думаю, что может радикально измениться ситуация. Андрей, что значит подготовительный этап перед входом Украины и Молдавии в Евросоюз? Не знаю, что это значит, об этом говорят некоторые
еврочиновники, что, ну, это, видимо, это имеется в виду как статус кандидата, просто, может быть, имеется в виду более интенсивный вариант, чтобы не было как с Турцией, что она там сколько, 15 или сколько лет она имеет статус кандидата и не движется. Поэтому я не могу ответить за тех чиновников, которые придумывают эти термины. Посмотрим, какое придет от них расшифровка. Так, друзья, сегодня вот я вам показывал Соловьева. В Москве арестован еще один подозреваемый в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева. Они, правда, не говорят, это из той же группы, которая, когда они там месяц назад поймали какую-то группу террористов, которая хотела убить Соловьева. И сейчас вот это новая группа или старая группа, непонятно. И, ну, на самом деле, я думаю, что в Москве больше, чем один адекватный человек. И я думаю, что хотели бы прикончить Соловьева гораздо больше. Он, кстати, ходит с охраной, бегает с охраной. И я думаю, что даже он сейчас увеличил количество охранников. Поэтому ничего удивительного. Человек устроил вот это, как бы... Да, Путин тот, кто начал войну, но вот все эти пропагандоны, они все сыграли свою роль, почему эта война стала возможным. И вот сейчас гибнут десятки тысяч людей, рушится экономика России, тысячи людей, сотни тысяч людей в России теряют работу, теряют источники существования, и это в том числе, вот эта гнида тоже в этом виновата. Поэтому как бы я не удивлен, что многие хотели бы вбить осиновый кол в этого упыря. Совершенно неудивительно. И вот другая такая же мерзкая, как и внешняя, так и внутренняя, Маргарита Симоньян, она озвучила вчера вечером новые требования Путина. Давайте посмотрим. Ну, понятно, что она не говорит, что это требования Путина, но она, обращаясь к гостю студии, вот послушайте, как можно все легко и быстро решить. И на самом деле понятно, что она тоже озвучивает то, что ей сказали из Кремля. Она это просто ретранслирует на большую аудиторию. Давайте посмотрим в пятом видео, что же говорит наша Маргоша. Хочу Феликсу рассказать, что может сделать Европа для своей независимости, для своей независимой политики от НАТО. Нужно сделать несколько вещей. Записывайте. Первое. Феликс. Да. Первое. Согласиться с тем, что на территории Украины, в тех областях, которые изъявят такое желание, должны пройти референдумы, потому что ведь верховенство желаний людей, оно же первично вообще международно правильно. Чистые, честные референдумы под наблюдением, как угодно, где люди должны изъявить свою волю, и дальнейшая судьба этих людей вместе с их домами, то есть их территориями, будет зависеть от результатов этих референдумов. Это раз. Второе. Прекратить поставки вооружений, инструкторов и прочее на Украину и запретить использовать территорию Европы для таковых. Третье. Дать гарантии того, что европейские страны, входящие в НАТО, не согласятся ни в какой перспективе на вступление Украины в НАТО. Вот такие вроде бы несложные вещи. Что же говорит наша неуважаемая боброедка? Кстати, это не прикол, она сама говорила, что она бобров кушает. Так вот, отдать часть Украины... Казалось бы, такая мелочь. Просто проведите референдум, она говорит. Референдум проведите. Кстати, в России, после того, как они оккупировали Крым, был принят закон, запрещающий проводить референдумы об отделении каких-то частей России. Вот в России это нельзя. Она говорит в Украине, а в чем проблема? Проведите референдум. Наши солдаты будут там стоять, как в Крыму, с автоматами, нацеленными на вас. А вы пока проведите референдум и узнаем, что же хочет народ. Короче, просто отдайте кусок Украины Путину, чтобы он не переживал. Это первое. Второе. Не поставляйте оружие Украине, чтобы Путин мог легко ее захватывать. Потому что Путину не нравится, когда ему сопротивляются. Он хочет спокойно захватывать Украину. Это второе требование. И третье. Не принимайте Украину в НАТО, чтобы у нее не было защиты. То есть, смотрите, какие простые требования. То есть, дайте нам изнасиловать Украину, дайте нам изнасиловать Украину и дайте нам изнасиловать Украину. Всего лишь. Что вы не понимаете, глупый Запад и глупая Украина? Такие простые требования, почему вы не согласны? Вопрошает эта гадкая жаба. Очень странно. Так, друзья, едем дальше. И да, я прошу, у нас сегодня, кстати, хорошие просмотры, что для лета очень нетипично и для того, что, в общем-то, события сейчас... Ну, как бы, сегодня реально интересные события, но так-то сезон как бы затухающий. Поэтому спасибо, что вы с нами. И да, конечно, делитесь, ставьте лайки. Лайки очень-очень важны.
Это не для прикола, я это всегда повторяю. Лайки помогают алгоритмам продвигать наше видео. Поэтому для нас это очень важно. И, друзья, если вам нравится то, что делает наш канал, то, что наша команда делает для вас, то, конечно, было бы неплохо, чтобы вы поддержали. Если вы имеете такую возможность, там в описании есть ссылка на PayPal. И здесь вы видите на экране это код, QR-код. Вы можете навести свой телефон к камере, и вам откроется Patreon, и вы можете стать патроном нашего канала. То есть тот, кто нас поддерживает. Патрон громко звучит, там $5, допустим, это будет тоже хорошая, приятная поддержка нашего канала. Друзья, едем дальше. По поводу отношения к украинской армии. Сегодня есть от двух людей, которые, казалось бы, не должны ее хвалить. Это Гиркин, Стрелков и второй сюрприз, я вам скажу потом, кто ее похвалил. Очень хвалят украинскую армию. Притом Стрелков разбирает, Гиркин Стрелков, этот подонок-преступник, который участвовал в захвате Донбасса в 2014 году, он разбирает сильные стороны ВСУ и перечисляет их. Давайте послушаем, что же он нашел хорошего в украинской армии. Шестое видео. Сильная сторона – это то, что это русские солдаты. В обороне очень упорны, очень упорны. Чувство товарищества. У них есть все, весь классический набор русского солдата. Плюс обалваненная просто пропаганда, они реально им вбили в голову, что они сражаются за правое дело. Они реально думают, что вот так вот они будут сражаться за счастливое будущее для своей страны, для своих детей. Они сражаются за то, чтобы их дети не говорили на русском, на котором говорили их предки там зачастую там на много-много поколений назад или вообще всегда. Но в целом это русские солдаты. Стойкость, упорство, взаимовыручка, чувство товарищества, локоть. Тем более большинство из них, они выходцы из маленьких городов, из сел, где сохранился общинный дух, даже вот старый по-настоящему. А не вот этот из мегаполисов, где каждый сам за себя. Это их сильная сторона. У них сильная сторона, у них очень хорошая связь западная, намного лучше, чем у нашей армии, даже у вооруженных сил Российской Федерации. У них хорошая артиллерия, у них высокая выучка. 8 лет они готовились к войне. А у нас были танковые биатлоны, даже в российских вооруженных силах. А в ДНР, ВНР вообще ничего не делали. Только отчеты писали о боевой подготовке. У них есть боевой опыт. Они не зря прокатывали, протаскивали через АТО как можно большее количество солдат. Постоянно производили ротации. И у них хорошее снабжение. Да, сейчас, конечно, тоже есть проблемы у них. Естественно, что наносимые удары нашими воздушно-космическими силами, ракетные удары, они даром не прошли. Новые части, особенно из территориальных оборон, у них снабжены достаточно плохо. Лучше, чем, конечно, чем наши ДНР, ВНР, но тоже плохо. Но в целом они по снабжению до сих пор значительно превосходят по обеспечению как вооруженные силы Донецкой Республики, так и российские. Это, опять же, прочитайте статью Мурза на моей странице, там он четко описывает, что у ВСУшников есть в аптечках, а что у нас в аптечках, у наших солдат. Что же говорит Гиркин Стрелков? Кратко перечислим. Сила украинского солдата в том, что он русский солдат. Это, друзья, это просто трындец какой-то, понимаете? Сила украинского солдата в том, что он русский солдат, считает Гиркин. И то, что второй пункт, что он в основном это родом из маленьких городов и сел, поэтому у них есть дух общины. Третье, они лучше снабжены, но это уже объективно, в том числе медицинские лучше снабжены. Точнее стреляют. Потому что тренировались, наверное, и у ВСУ лучше разведка. Ну, здесь, знаете, самое важное, вот это то, что в первом, почему он говорит, что украинский солдат – это русский солдат. Потому что он, будучи имперцем-нацистом, он не может признать, что какой-то народ может быть в чем-то лучше, чем русский народ. И поэтому, как бы, ну, как такое может быть? Мы же арийцы, мы же самые лучшие. Поэтому он говорит, что нет, как бы, они тоже хорошие украинцы, потому что они русские. Поэтому они хорошо выйдут, как настоящие русские. Но непонятно тогда, почему украинцы, которые как настоящие русские, побеждают настоящих русских, которые настоящие русские. Почему настоящие русские не воюют, как настоящие русские? Вот здесь у Гиркина Стрелкова ответа нет. И вот еще один
нож в спину, на этот раз от Лукашенко. Он выдал на этот раз... Я, знаете, смотрю, что Лукашенко потихоньку начинает переобуваться, и я думаю, что он просто ищет сейчас повод, как отвалить от Путина. Как вот сделать так, чтобы, знаете, оторваться, но не чтобы от Путина не получить там вдогоночку что-то, потому что все-таки Путин еще может ему создать проблемы. Так вот, он заявил интересную штуку. Он говорит, что украинские военные снесут любому голову, что они вообще офигенно там воюют. И он говорит, что нацики, не нацики, это философский вопрос, типа фигня это все. Нацики даже лучше воюют, говорит Лукашенко. Давайте посмотрим 7-е видео. Уверен, военные снесут голову любому, украинские военные. Я не говорю там нацики, не нацики, слушайте, это вопрос философский. Военные Украине снесут голову любому, особенно нацики. Кстати, по поводу нациков, не нациков, Лукашенко всегда, когда ссорился с Путиным, когда у них там между ними пробегала черная Симонян, то он все время придумывал какие-то варианты именно с поднятием национального духа белорусов. То есть он все время начинал, он выпускал из тюрем оппозиционеров, которые представляли там какие-то местные националистические партии пробелорусские. То есть он это как бы, на самом деле он любит эту тему. Просто он, вот сейчас вынужден был играть на стороне Путина. Но, видимо, он сейчас потихоньку начинает, что типа нацики не так уж плохо, которые даже, пусть они и придуманы, но все равно неплохо. Ну, нациками они называют патриотов украинских. То есть, типа, если ты за Украину, значит, ты нацик. Ведь не может быть нормальный человек за Украину. Все нормальные люди должны быть за Путина. Поэтому вот у них нацики — это патриоты Украины. Он, видимо, посылает сигнал патриотам Беларуси, что, как бы, ребята, нацики — это не так уж плохо. Если вы сможете дать, как он процитирую, снести голову любому, если вы сможете так воевать, как украинцы, против Путина, то давайте побудем немножко, поработаем нациками. Интересный, конечно, батька, такой, знаете, интересный, хотел сказать, фрукт, но не фрукт, он овощ, картошка. Мне вот буквально прямо вот сейчас прислали сообщение, Кадыров назвал Путина верховным говнокомандующим. И там дальше тоже немножко интересно по тексту. Давайте, я вам видео не могу поставить, оно еще в телефоне, но я думаю, вы услышите через мой микрофон. Я буду ходатайствовать перед Верховным Главнокомандующим, чтобы вас амнистировали. Но за нами Россия. Вместе мы сила, и мы победим не только Украину. Украина с нами не воюет. Мы и НАТО победим. И вокруг наших натовских, которые вокруг ходят на союзники натовских государств тоже накажем. Америка, зная, что они далеко вякают и используют европейские государства. Короче, вот верховный говнокомандующий, мы всех победим, молодец. Хорошо, что верховный говнокомандующий должен это тоже услышать. Я теперь буду называть только так. Верховный говнокомандующий, я считаю, это очень точное, меткое такое, знаете, наименование. По поводу санкций. Интересные пришли новости сегодня, друзья. Соединенные Штаты Америки, сконцентрируйтесь на этой новости, позволяет двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в Европейский Союз. Об этом сообщает Reuters. Венесуэла находится многие годы под санкциями. Их нефть – это страна, в которой огромные запасы нефти. Это был один из крупнейших поставщиков в прошлом на мировой рынок. Но они попали под санкции и не могли продавать свою нефть. Америка позволила венесуэльским компаниям поставлять нефть в Европу. Это шикарная новость. Я надеюсь, что наконец-то у нас будет сбиваться цена на нефть. Но это не происходит быстро, потому что вот им сейчас позволили, они должны нарастить объем добычи, они должны... Это займет какое-то время. Но это открывает перспективу, по крайней мере, что к осени цены должны серьезно упасть, и надеемся, что так и будет. Тем более, что это только один из вариантов. Одновременно прорабатывается вариант с Ираном, одновременно ОПЕК начинает повышать добычу нефти. То есть я думаю, я надеюсь, что к осени должна серьезно упасть цена на нефть, и значит, по крайней мере, у нас в Молдове должна упасть цена на бензин, на солярку, потому что наши цены напрямую привязаны к ценам на мировых рынках. И второй очень важный момент, знаете, на него очень мало кто обратил внимание, в санкциях, в 6-м пакете санкций был один такой пунктик, есть один такой пунктик о том, что санкции запрещают страхование судов, которые перевозят для России нефтепродукты.
На самом деле, вот, ну, казалось бы, что страховать суда, да что, это фигня. Нет, друзья, это на самом деле это может быть даже круче, чем эмбарго на нефть. Потому что именно такая санкция в какой-то момент в прошлом убила экономику Ирана. Потому что никто в мире не захочет возить российскую нефть. Ни одна, потому что, понимаете, это не то, что какой-то там дядя Ваня из не знаю откуда, он купил кораблик и возит. Нет, эти танкеры, это очень дорого, их, ими владеют определенное количество компаний в мире, которые ни за что не захотят подставиться под санкции. Им это нафиг не надо. В мире полно есть чего возить, и ради России никто рисковать не станет. У России своего такого флота нет. Это значит, что вот это может ударить по российской нефтяной отрасли гораздо сильнее, чем эмбарго, которое Европа перестает закупать там какой-то большой объем российской нефти. Это получается, что весь мир перестает закупать российскую нефть с помощью кораблей. То есть, что остается, это то, что они продают Венгрии, по-моему, Хорватии, еще то есть, ну, какие-то маленькие объемы, которые они продолжают по трубам продавать в Европу. Вот и все. Поэтому эта новость на самом деле очень важная и, на мой взгляд, совершенно незаслуженно незамеченная. Друзья, произошла интересная тоже сегодня фигня. Лавров пытался полететь в Сербию, но не судьба. До Сербии он не долетел, министр иностранных дел России. Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова. Об этом сообщает сербское издание «Вечерние новости». Ну, российские СМИ подтвердили этот факт. Мария Захарова, спикер МИДа, заявила о том, что все подлеты к Сербии закрыты, и Лавров не смог прилететь 6 июня на переговоры в Белград. Братушки сербы его очень ждали, но не судьба. В то же время интересно, что посол России в Сербии, ну, конечно, там разразился гневным постом на эту тему, но при этом он упомянул вот один очень важный момент. Курс Белграда на евроинтеграцию не помеха для отношений с Москвой. То есть это, ну, в первую очередь для наших молдавских зрителей. У нас же постоянно говорят, что если мы наш курс на евроинтеграцию, это очень плохо. Вот посол России в Сербии говорит, типа, то, что Сербия пытается идти в Евросоюз, вообще не проблема, идите, пожалуйста. Просто поддерживайте отношения с Москвой. Ну, правда, в этот раз ему не повезло, не смог он туда прилететь. Видимо, либо сербам придется всем вместе как-то лететь туда, к Лаврову, либо не знаю как, но не получилось. И вот, конечно же, Рогозин не мог пройти мимо этой ситуации. Фото с Рогозином прошу показать. Да, вот вы видите его на своем экране. Он говорит, вот чем хорош «Сармат», ну, это их хваленная новая ракета, которая там супер-пупер всю Америку может взорвать. Он у трусливых болгар, ну, нормально, да, риторика фашиста. У трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласия на прилет спрашивать не будет, ровно как и у прочих шведов. Опять Рогозин угрожает Сарматом, которого, как я много раз говорил, его нет еще на вооружении России. Его планируют только к концу года ввести, то если у них получится, в чем я лично очень сомневаюсь. И знаете, ну, то есть он как бы намекает, что да, вы не пустили наш самолет, а вот наш Сармат, он не спрашивает разрешения. Так, блядь, посади Лаврова на этот Сармат и пусть он летит в Сербию. Смотри, как здорово. И разрешения ни у кого спрашивать не надо. И сербы как рады будут, что к ним прилетит эта охрененная ракета и расхерачит всю Сербию. Здорово, да и сам садись вместе с ним, вдвоем. Это даже не надо атомную боеголовку ставить. Представляете, какое это бинарное оружие? Дабл говнобомба. Два вот этих чувака, особенно Рогозин, забрызжет говном всю Сербию, полетит туда. Так что, ну, пусть летят на Сармате, к сербам, сербы будут очень рады, да и мы все будем рады, ну, не за то, что сербы пострадают, а за то, что Лавров вместе с Рогозиным полетят на этой ракете. Так, друзья, по поводу раскола в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Мы привыкли, знаете, что политики... Вот, знаете, когда я был помладше, в 90-е годы, не знаю, может быть, на Западе была эта культура, но в нашем политическом пространстве, в Молдове, в Украине, в России политики не троллили, вот не умели, не, троллинга не было. Были иногда попытки пошутить, подколоть, но вот чтобы троллить, это вот современная тенденция,
политики друг друга троллят. Но, оказывается, попы, священники тоже могут друг друга троллить. Вот это для меня открытие. Я думал, они всегда такие, знаете, серьезные, такие пафосные, еще таким вот, как они, специфическим говором. Но вот они умудряются вот это вот все говорить и подкалывать друг друга. Вот что произошло. Настоятель Банчинского монастыря поблагодарил патриарха Кирилла за благословение войны и за то, что он убивает украинцев и сжигает их церкви. То есть это украинский священник поблагодарил, потроллил, по сути, Кирилла. И это в нашем следующем 8-м видео. Давайте посмотрим, как это выглядело. Хочу поблагодарить от всей души патриарху Кириллу, Московскому и Всеруси, ваше святейшество. Благодарим за ваше благословение, за то, что погибают люди и проливается кровь, за то, что вы бомбили наши монастыри, наши церкви, за то, что вы убиваете наших монахов, наших священников. Благодарим ваше святейшество за большое и великое ваше благословение на кровопролитие. Это безбожие. Нам очень больно, братья и сестры, когда мы не знаем встать на коленях, просить всех кругом остановить кровопролитие, а не благословлять на войну. Кто-то будет отвечать за эту кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами. Вы будете отвечать. Те, которые знаете благословлять войну, кровопролитие, поймите правильно, вы ответите перед Богом, не перед людьми. За каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку вы ответите перед Господом Богом. Перед тем, как перейти к нашей любимой рубрике «Зомбиленд», у нас вот сообщение. «Роснефть – владелец нефтедобывающей компании Венесуэлы. Чему радуйтесь? Роснефть будет получать доход через Венесуэлу. Прекрасно, идиоты». Спасибо, Татьяна, мы вас тоже очень любим. И тоже не буду вам так отвечать. Послушайте, во-первых, ну, я не знаю, владеет ли Роснефть всей добывающей промышленностью Венесуэлы, почему-то я в этом очень сомневаюсь. Скорее всего, они просто им оказывают помощь в добыче нефти, просто именно технологиями, которые на самом деле у самой Роснефти тоже так себе. Это первое. Второе. Если упадут мировые цены на нефть, даже если бы не было эмбарго, если бы ничего не было, то это огромнейший удар по российскому бюджету, потому что у них себестоимость добычи нефти очень высокая. И тогда, снижая общемировые цены на нефть, наносится колоссальный удар по бюджету Российской Федерации. Это сам по себе громадный плюс без эмбарго. А у нас есть эмбарго, которое еще и сокращает добычу. Поэтому если Роснефть что-то там может заработать в Венесуэле, это не исправит российский бюджет. Я не думаю, что венесуэльцы добывают нефть и все эти бабки отдают Путину. Ну, это бред. Где вы такое взяли? Такого просто по определению быть не может. Да, может быть, она имеет какой-то процент. Но один маленький процент против глобального падения цен на нефть – это ничего. Поэтому, кто из нас идиоты, подумайте сами. Теперь переходим к нашему зомби-ленду. В России сейчас хотят изменить закон об иноагентах. То есть у них, наверное, все знаете, появилась такая фишка еще где-то полгода назад, по-моему, иноагент. То есть иноагент – человек, который получает деньги из-за границы, представитель СМИ или журналист, или само СМИ получает под каким-то видом деньги из-за границы, оно становится иностранным агентом, даже не полгода, это я ошибся, но еще раньше появилось. И на это СМИ налагается куча ограничений. То есть, дескать, это вражеское СМИ, оно финансируется из-за границы. Так вот, они хотят сейчас поменять этот закон. Куда они хотят его поменять? Иноагентами будут признавать людей, находящимся под иностранным влиянием. Такая поправка содержится в новой версии закона, который Дума может рассмотреть уже завтра. Механизм обнаружения иностранного агента разработают отдельно, обещают депутаты. Новый закон об иноагентах, который депутаты собираются принять до конца этой сессии, объединит все существующие аналогичные законопроекты и создаст единый реестр. Короче, в реальности иноагентам запретят почти все виды общественной деятельности,
При этом финансирование из-за рубежа отныне не будет необходимым условием внесения в позорный реестр, в кавычках. Появление новых критериев, например, иноагентами будут признавать людей под иностранным влиянием. Короче, любой человек, который, например, он говорит, что Путин коррупционер. Это же влияние Америки. Не можешь же нормально русский такого сказать. Значит, ты иноагент. Значит, что? Значит, ты лишаешься права избираться в России, ты лишаешься права быть средством массовой информации, короче, ты лишаешься всех прав на распространение этого своего мнения. Если ты хвалишь Путина, значит, ты под влиянием духовной, правильной стороны. А все, что критикует Путина, критикует армию, критикует войну, критикует российскую коррупцию, это все влияние извне. Это иноагенты, значит, их нельзя допускать в политику, их нельзя допускать в СМИ, их никуда нельзя допускать. Ну, понятно, они же, это же продавшиеся люди, с ними все понятно. Вот до чего они дошли. Такое, знаете, это, ну, это времен, наверное, сталинские времена в СССР. То есть любой человек, который высказывает какое-то мнение против власти, он лишается фактически всех прав. Одновременно это не значит, что он не сядет, потому что он может сесть, но уже по другой статье. Не как иноагент, а за критику. Их сейчас всех сажают по критике армии. Дискредитация российских вооруженных сил. Пока там больше штрафами идет, но уже кого-то подгоняют и под серьезную статью там до 15 лет могут разогнать. И я вам хочу показать вот продукцию всей этой пропаганды. Очередной россиянин с стертыми мозгами, вот он пытается в общении с российским блогером убедить его, что Украина была придумана Лениным в 1930 году. Давайте посмотрим, как это выглядело. Девятое видео. Откуда нахуй такой взялся там? С Украины. Ее не будет, Украины. А что будет? Ее не было, блядь, никогда. Ты знаешь, что такое Украина? Да. Что это такое? Государство. Какое, блядь? Независимое. Независимое? Да. Никогда не было, блядь, независимым-то, блядь. Знаешь, что, блядь, в 30-м году его Владимир Ильич, блядь, Ленин нахуй сделал, блядь. В каком году? В 30-м, блядь. А Ильич в каком году умер? А ты, блядь, долбой. Подожди. Ильич в каком году умер, не помнишь? Да я хуй его знает, я не помню. Давайте напомню. В 24-м. Вот это поворот! Владимир Ильич Ленин. То есть, понимаете, вот на самом деле эту чанду запустил Путин. Он это объявил публично, на полном серьезе, что Украину придумал Ленин, придумал украинский язык. Уже, я вам рассказал, это карикатура, это три основателя Киева и их сестра на корабле. Этот известный памятник в Киеве. И там пририсовывают к нему Ленина. Дескать, Ленин был основателем Киева. Киев, который 1500 лет уже стоит город, где когда в Москве... Москвы не было, в принципе, ничего не было. Там были болота, в Киеве была цивилизация. И вот сейчас они доказывают, что нет, на самом деле Украину придумал Ленин. Не было никакой Украины, это все сказка. То есть, ну вот, один дурак сказал, а теперь целая страна повторяет за ним эту бредятину. И помните, у нас было интервью на одном из наших стримов с Владимиром Золкиным, украинским блогером, который берет интервьюирует российских пленных. Так вот, он сейчас выложил новое видео, я хочу вам показать, где... Золкин общается с матерью этого военнопленного, и послушайте только, до какой степени она зазомбирована. То есть она по-прежнему считает, что во всем виноваты самые украинцы. Ну, что я буду пересказывать? Давайте сами посмотрите, что она говорит. Десятое видео. А что такое нацизм? Нацизм? Да. Это когда люди вдруг ни с того ни с сего начинают думать, что их нация превыше всего. А все остальные – это просто отродье. Ну, то есть то, что сейчас делают россияне. Россияне? Ну да. А где вы это видели? Пришли к нам на землю и убивают наших людей. Решили, что ваша нация выше нашей. И пришли убивать наших людей на нашу землю. Нацизм генетически не свойствен россиянам. Да мне все равно, генетически свойственно россиянам или не свойственно. Я вам факт говорю. Пришли на нашу землю и убивают украинцев просто за то, что они украинцы. Это и есть нацизм. Эти ваши факты, это ваши слова. Вот вы говорите, что есть такие видео, есть. Я вот тоже могу вам сказать, а у меня есть множество других фактов.
Я их вижу каждый день, фотографии, видео. Не-не, фотографии, видео с чем? С татуировками вы видите, с какими-то? Вам показывают. Да не только татуировки, А что еще? Ну, татуировок просто на ваших журналистах и на ваших деятелей там более чем достаточно. Подобного характера. Точно так же я могу сказать и про вас. Да, да, но мы к вам не пришли, понимаете? Мы же к вам не пришли. Наверное, не успели. Вот. То есть вы считаете, что мы, наверное, не успели к вам прийти. Вас не интересует, с чем мы должны были к вам прийти. Какое у нас оружие было для этого. Ничего не интересует. Вы просто верите в то, что мы должны были к вам почему-то прийти. Я, конечно, прошу прощения. Ну, мне кажется, этого разговора уже достаточно для того, чтобы тоже, опять-таки, россияне посмотрели, сделали свои выводы. Просто поразительно, понимаете, ее сын там в плену, пришел в чужую страну убивать людей. И она продолжает говорить, что так нет, это же вы виноваты. Вы, наверное, хотели на нас напасть. Почему так думаешь? Потому что один старый дед из бункера сказал так. Он так считает, и он так нам сказал, и мы ему все верим. Дядя Вова, мы с тобой, да, как там в песенке у них поется. И вот эти, помните, я вам говорил, что термины, которые придумал Путин, и он смог их выговорить, денацификация, демилитаризация, я вам говорил о том, что они начали отказываться от этого, от этих терминов, во-первых, потому что никто не понимает в России, что они значат. То есть реально, просто проводили опросы, люди не понимают, что эти термины означают, как их надо правильно понимать. Так более того, они их не могут выговорить. И более того, их не могут выговорить эти пропагандоны на федеральных каналах. Они сами смеются с этих терминов. Сейчас вам покажу это видео, чтобы вы просто увидели, как это выглядит. Следующее видео. Попробуйте, делимитаризуйте весь Запад. Демилитаризуйте. Попробуйте, делимитаризуйте, извините, весь Запад. Мы не можем делимитаризовать. Мы даже выговорить не можем. Если они даже выговорить эти термины не могут, то о чем можно говорить? Понимаете, опять абсолютно придуманная теория, абсолютно ничем не обоснованная. Но они ее пытаются разогнать, но, блин, проблема, слова неудачные, не могут их выговорить. Поэтому надо придумывать что-то новое, какие-то новые термины, новые понятия. Но до сих пор самый главный секрет Путина не раскрыт. Цель операции в Украине до сих пор не названа. То есть если сейчас отменена демилитаризация, денацификация, вот то, что он говорил в первые дни, что будет сейчас? Какая цель? Вот чтобы четко и ясно сказали, наша цель, допустим, захватить Киев, или наша цель захватить что-то меньше. Да, озвучивают разные пропагандоны, да, озвучивают даже некоторые военные, но вот именно официальный Кремль, либо сам Путин, либо Песков, либо кто-то, кто имеет право озвучить позицию Путину. Что ты хочешь? Вот какая твоя цель? Чего ты ждешь от этой войны? Чем она должна закончиться? Этот секрет никто не знает, и, возможно, никто никогда не узнает. Путин унесет его с собой в могилу. Ну, а мы, конечно, надеемся, что, как сказать, нехорошо желать смерти человеку в эфире. Мы надеемся на лучшее. Мы надеемся, что быстрее настанет мир. И, как мы все понимаем, что для этого нужно. Кто должен сдохнуть. Все, друзья, мы на этом заканчиваем сегодня. Да, сейчас, секундочку, я еще вижу, приходят ваши вопросы. Доброго вам. Как думаете, возможно событие Лебединого озера в Раше по итогу сегодняшней провальной ситуации во всем? То есть конец экономики, социалки, всех отношений с миром и так далее. Я думаю, да, это очень вероятный вариант, что Путина уберут. И проблема в том, что он тоже это понимает. Он все-таки, знаете, не настолько глуп. Он понимает это и поэтому принимает все возможные меры безопасности. То есть, ну, понимает, что в этом враг может быть кто угодно, кто захочет его убрать. Поэтому, ну, как бы повторяю, мы надеемся на лучшее. И поэтому надеемся, что мы увидим Лебединое озеро. Мы надеемся, что после этого ситуация начнет менять. Знаете, многие говорят, а если придет какой-то отморозок еще хуже? Может быть, и скорее всего так и будет. Но проблема в том, что транзакция власти, потому что вот сейчас все построено на Путине. Если это убирается Путин, все те, кто имеют какую-то долю в этом пироге разворовывания России, они все начнут борьбу, потому что каждый захочет пристроиться к новому лидеру. Каждый захочет, чтобы каждая группировка захочет, чтобы ее человек стал новым лидером. И вот эта внутренняя борьба, она как раз и отвлечет их от внешней экспансии. На какое-то время они забудут обо всем. О Молдове, об Украине, о
о НАТО, об Америке, они все будут грызться за этот пирог, вцепляться друг другу в глотки. Вот это уже сама по себе хорошая новость, и надеемся, что эта фаза затянется как можно дольше, последствия будут как можно тяжелее для внутренней власти в России, и тогда они оставят нас всех в покое. Мы этого хотим не потому, что мы такие злорадные, чтобы они там всех друг друга перебили. Мы хотим, чтобы они друг друга перебили для того, чтобы они оставили в покое всех нас, тех, кто живет за пределами России. Только из этих соображений. Вот так. И мы на это надеемся, что это произойдет как можно быстрее. Все, друзья, спасибо, что вы с нами. Сегодня у нас хорошие просмотры. И ставьте ваши лайки, поддерживайте наш канал, те, кто имеет возможности. И рассылайте это видео своим друзьям, знакомым в соцсетях, в группах. Это тоже очень будет ваша большая поддержка для того дела, которое мы с вами все вместе делаем. Спасибо, что были с нами. Пока.